Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Yarn Today Rogue. Ну что, у нас тенистые пески. Пора смотреть, что это за песочки такие тенистые. Ну что, первого босса мы запинали. Как мы помним, там был здоровяк. Рано или поздно будет у нас и червяк, мне кажется. Возможно, даже здесь, потому что это пески. Так, ну давай возьмем вот это. Стреляет лазерами по вертикали. Ёк-макарёк! Отвали от меня, зомбарь бездушный. Так, от 0 до 3 случайных поврапов. Давай возьмем. Только я поврапа что-то не увидел ни одного. А, стрельба, стрельба, ребят, я вижу. Че, зомбарик, допрыгнуть не можешь? Слушай, они слишком, блин, шустрые для зомби. Тебе вот не кажется так? А, грибы, взрыв при приземлении, способность летать. О, ну правда, полет такой себе. Маленький, но... Слушай, он может нам помочь в определенных ситуациях. Так, золотое яблоко, аккумулятор. А, бьет током находящихся рядом врагов. Блин, ребят, дроны уже пошли. Ёк-макарёк, серьезно? А они не шутят. Причем дроны такие живучие. А что значит наземные лазеры? Стреляет лазерами по горизонтали. Те, значит, по вертикали, эти по горизонтали. Шанскрит возьму. Перебьемся. Нормально, но опять турели. Ребят, почему у нас по турелям такой ничтожный урон? Мне не нравится. Ёк-макарёк. Пипец я, конечно. Мне нужна броня. Броня крепка. Ну, да. Спички. А, поджигает врагов вокруг себя. В общем, ребят, я тут их и поджигаю. Я что с ним только тут не делаю. Ну, горят они, конечно, паршивенько. Будем честны. Мне надо было что-то взять такое с отхилом. Потому что, друзья... Ее просоте, блин! Да, я чувствую, дальше будет мне только хуже. Так, две пули воздушного лазера. Пули отскакивают от врагов. Ты глянь, 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 кто. Да что там, там кислотная фигня какая-то, ребят. А ей пофиг. Да не боссу пофиг, я имею в виду пофиг наверху вот этой штуки, которую... Которую я пытаюсь забомбить. Есть. Так, друзья, нам еще две детали. Это колеса и дверь. Блин, надо было все-таки брать мне, наверное, грибы. Ты видишь прекрасно, что враг очень сильный. Так, вода, это восстанавливает, по-моему, немножко нам здоровья. Да, 79 хп восстановила. В общем, это, ребята, был первый босс. Это был первый босс. Какие-то кислотные слизни по земле бегают. Так, стреляет еще одной пулей. Враги взрываются при смерти.
Возьмем этот баф. Ёк-макарёк. Зомбарь, ты задолбал. Ты просто задолбал меня в корень. Где же мне хилки-то брать, а? Без хилок далеко не уйдем, ребятушки. Ты посмотри, там какой арсенал. Там дроны. Там, друзья мои, дроны. Но я с ними, благо, разобраться. А вот с этой вот фигней хреновенько разбираться. А так, увеличить время полета. Нет, давай-ка я лучше возьму кинетическую голограмму. Она, ну, хотя бы от одного снаряда меня, ребят, может спасти. А-а-а! Не можешь, гадюка, меня достать там, да, получается? Ой-ой-ой. В дребезги. Нормально. Здесь отлично у нас получилось. Фью, дожили. Ну что, наверное, ребят, лечение. Это... Иначе... Иначе никак. Блин, опять это, ребята, навозница, а? Ну, я имею в виду турель. От одного патрона, да, защищает, но не более. Но не более. Опять, опять. Ядрен, матрен, они... Даже не знаю, как быть. Они горят, потихонечку горят. А что мне моргает? А, я уровень получил, блин. Блин, надо электричество прокачать, наверное, да? А, пули отскакивают от стен, увеличивают скорость движения. Давай пули отскакивают от стен. Хотя я бы хилку лучше бы взял, серьезно говорю. Йок, мака... Пожалел, блин, тогда, ребята, на скорость увеличения полета. Вот, расплачивайся теперь, рейчик. 196 хп. Ну куда это? Ну. Ёпрсте! Три дрона? Или сколько тут дронов-то? Да я не знаю, сколько тут дронов. Дофига, ребят. Ёпрсте, 151 хп. Оу! Это что за царь пушка, блин? Да ну, ребят, ну это... бесплатно. Как думаешь, мне это поможет, а? Давай, давай, братуха, вставай. Надо бы хоть что-нибудь бы хоть. У него патрон отлетает от стен, ребят. Это жесть. Это, я тебе говорю, это жесть. И это, кстати, босс, оказывается. Прикинь, это босс. Забираем подарок. Ага, подарок. Или все-таки... Нет, получаем. О, золотая броня. Подожди, а у нас, по-моему... У нас, по-моему, золотая броня есть. Да, у нас броня есть, причем... Так, собери... А, собери 4 чертежа. Апгрейд? Больше, блин, апгрейда нет. А интересно, можно как-то соединять, вот, например, эту броню и ту? Наверное, нельзя так делать. И мне надо 5-й уровень получить. Как вот здесь вот этот, блин, умножает значение навыков? Сначала улучши предыдущий элемент.
Зарабатывай больше токенов древа навыков в режиме жары. Чтоб... В режиме жары? Ребята, а что за режим жары? Кто-нибудь в курсе? Давай 80 баксов потратим. Не, наверное, лучше накопить 300 золотых и открыть этот сундук. Блин, 566 баксов. Плюс по 10 голды за рекламу. Ну, я сейчас не буду, ребят, смотреть. Это надо делать перед тем, как уже садиться за ролик снимать. Это уже надо будет делать так. В общем, ребята, ботинки нужны и какой-то прицел. Блин, ну я чувствую, я не пройду этот этап. Я этой пушке никакого урона не наносил. Вот в чем проблема-то. Вот в чем проблема. Ну давай, бро, что-нибудь подкинь, пожалуйста. Бензин. Враги со временем горят. Это, конечно, хорошо. Но не настолько, блин. Пока лечение мне не нужно, ребят. Пока. Поэтому взял летающий мусор, который наносит очень мало урона. Тазер разыскивается. Так, выбраны враги. Ну это, ну что это, ребят, ну? Давай тазер возьмем. Так. На меня крысы тут якобы бегут. Ну давай, крыса вонючая. Изи катка. Так, враги взрываются при смерти, знаете, лазерами. Лазеры тоже, ну. Без доп прокачки, ребята, вы видели. Опа, 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 папули, папули, папулечки. Взрывается при смерти. Давай, наверное, лечение возьмем. Так. Но тут урон. Однозначно, ребята, урон надо брать. Бесплатно не хочу пока. Хотя, может быть, надо было. Ну, ребят, рекламу эти, блин, задолбаешься потом. Когда ролик подготовишь, ты задолбаешься искать эти места. Где же там эта долбанная реклама была, чтобы ее вырезать? Довольно паристое занятие, поэтому. Подожди, я только хотел сказать, а где дроны? Где, ребята, дроны? Вот они, дроны. Которые ни шиша не получают урон. Два воздушных лазера. Вот двойной бы какой-нибудь прыжочек или... Я даже не знаю, что тут лучше взять. Двойной прыжок или... А, у нас двойной прыжок есть, друзья. Две пули воздушного лазера. Блин, это кикимора. Да ядрен матрон, ну нафиг ты, Рейн. Пипец, конечно. Обалденно, меня снаряд это сбивает. И хоть ты что делай. Вонючка бесевая, а. Просто, ребят, бесевая вонючка. Дайте мне сапоги. Мне нужны для полного счастья и сапоги. Ну да. О, дефибриллятор. Ёпарасоте. Воскрешение после смерти с 50 хп.
Да, блин, дайте мне. Нормально. Очень даже неплохо. Да куд... Рэй, блин! А зачем вы в разнобойку бросаете? Слушай, да где он там? Вторая пуля рядом. Временно увеличивает скорострельность после убийства. Давай это возьмем. Хотя скорострельность после убийства было бы, наверное, тоже неплохо. По идее, они же не должны... Да, они не должны пробивать. Они не пробивают. А, ты, Рэй, ну ты тупишь. Ну ты... Все, да? Все. Ага, ага. Че, крит урон, друзья мои, берем. Да блин! Угу. Почему здоровья так маловато, а? Гори в аду, ублюдок мелкий. Так, пошел я этого засранца гасить. Где он там? Это турель. Фу, враги плавятся со временем. Фигня это полная. Враги плавятся со временем. Так же, как и электричество, и огонь. Это все Филькина грамота, ребят. Я уже убедился неоднократно. Пипец, вот это... Ну тут все, 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 затупил, затупил, ребят. Затупил по-черному называется. Ну куда? Ой, вот она это. Ну кусок дебила, ребят, ну кусок дебила просто сам... 50 хп даже, да. Да загаси ты вот эту хламью, блин, которая там строчит. Все, осталась пушка, ребята, осталась пушка. Враги горят дольше, нафиг мне твою гореть дольше. Ребята, это 100% был второй босс. Ну как пить дать? У меня чуйка на это. Не понял. А сфига ли я урон-то сейчас наполучал? Там никого не было, чего они свистунка там не затравляют? Ой, дурак ты, Рэй. Кто-то еще ведь остался, да? Зомби-идиот. 180 здоровья. Всего-то лишь. Больше лечения. Дроны, друзья мои, дроны.
Где она? Все равно 192 хп. Ну неужели? Блин, я не знаю, ребят. Тут, наверное, лечение придется брать. Ой. Там два дрона. Остался дрон. Совсем другое дело. Опять это прыгающий хамло там. А, дроны не могут. Не могут пробить. То есть, ну, они простреливают, но не через все, как мы думали. Ой, ёп, просто я уже думал, бежит, как там брать на меня. Это баксы прилетели. Да, пальчик, куда ты там стреляешь-то, блин? Ну ему, блин, ему, ребята, в крыс. Да египетский ты поролон. Да. Слов нету. Иди ты трещину в козлиную, блин. Все, все. Так, друзья мои, увеличу скорость движения. Временно пули пронзает врагов. Опа, опа, это чё? Это чё, говорю? Вот это чё? Это... Теперь пулемет, да? Пулемет же не простреливает через эти. Да, конечно. Ну и вот. А тут что? Патроны отскакивают, ребят, снаряды. А он еще и бомбы бросает. Он еще, блин, и бомбы бросает, ребят. Опять? Дурак. Есть! Цветущий босс повержен, друзья мои. Серьезно? Ребята, я собрал тачку. О, да. Валим нафиг отсюда, домой. Так. Разблокирована новая способность. Какая? Проверяй магазин ежедневно для новых специальных предложений. Ничего. Кэш? Это я трачу золото, получаю бабки. Получается так. Можно купить. Вот, выключено. Выключено. Ну что, браток, мы можем апгрейдить. Ты серьезно? Да, ребята, серьезно. Нам еще и еще и тачку улучшать. Ну что я всегда делаю, ребят, в первую очередь? Я всегда прокачиваю бензин. Немножечко движка. Это движок же? Двигатель, да. Это трансмиссия. Дробовичок. Поезд. Нормально, ребят? Поезд у нас будет. А токенов до сих пор нету. М-м-м.
Токенов как не было, так и нету. ХП 52 в плюсе. Так, а это что у нас? Атака. Атака плюс 7. Нет, ну, ну смотри, вот тут, тут можно вот купить это оборудование. А это что? А, это чертежи. Да я, наверное, перебьюсь пока. Подключитесь к интернету. Нет уж, спасибо, вы меня рекламой задолбайте тогда. Если я подключусь к интернету. Так, друзья мои, у нас пыльное шоссе. Ключ, подожди, ключ. Это к сундуку. Блин, только онлайн. Ну что, ребят, придется подключаться. Так, ну что, вроде подключился. Еще налил себе чашечку горячего капучино. Оу. Друзья мои, а это уже редкая броня. А ценник-то растет. Не по дням, а по часам. Отлично, ты получил 3 экземпляра одного и того же оборудования. Давай попробуем их объединить. Все-таки есть, ребята, объединение. И это круто. Ну да. Раз, два, три. Объединение. И получается редкая, да, одна? Ты получил золотую броню. Ну, у нас-то круче есть. А, подожди. Погодь. Тут еще, ребята, не факт. Сколько у этой? ХП сотка. Я сейчас, ребята, отключу этот интернет, блин. Интернет нужен был нам, чтобы награду получить. Так, ХП сотка, да, здесь идет. А сколько здесь? Серьезно? Редкая броня первого уровня круче, чем зеленая броня четвертого уровня, друзья мои. Ну да. Пилу, наверное, надо еще тут. А у меня больше нет финансов. Так, ну вроде бы, вроде бы как все, да? Токенов нету. Непонятно, где их брать пока. Проходить жару. Какую жару? Вот я не могу понять. А, вот, жара. Пройдите третий уровень в комнате 10, чтобы... Понял. На этом уровне, ребята, в комнате 10 будет, видимо, какая-то жара. Подожди. А мы тачку с тобой сделали, и куда мы по... Что-то они меня вообще запутали. Пыльное шоссе. Это у нас... Не пойму, а зачем тогда машина мне? Не, надо проверить, друзья мои. Я не по... А машина-то зачем, если мы... Если мы с тобой... Давай вот это вот. Двойной магазин, отлично. Отлично. Ну что, ребята, будем пытаться до 10-й комнаты добраться, чтобы жару открыть. Но я так понимаю, жара — это, наверное, уровень сложности будет. А способность летать, мне кажется, это будет лучше. 419 хп. Летаешь ты, знаешь как, вот если ты не жмешь постоянно на кнопку, ну, как сказать, полета, то надолго хватает. Ты крысы. Так, гравитационные сапоги. Снижает гравитацию. Так, стреляет лазерами по вертикали или по горизонтали? По вертикали. Нет, надо было, блин, надо было не это взять. Эхо. Эхо-магазин. Без него никуда.
Без него никуда, ребята. Без эхо... Ё-моё. А, ну этого фраерка мы с тобой видели. Псих-бегун. Напоминает мне чем-то... Помнишь, мы игру играли Каноли как-то там про, про мафиозника? Вот там такие же всякие зомби были. Там бегуны, спортсмены, бейсболисты, блин, там. Всякое отребье. Враги получают... Так, выбранные враги получают плюс 35% к урону. Но ведь нет уже у меня такого. Давай шанс оглушить врага. Ну что, критовку, ребят? Давай возьмем крит. Это мне не надо. Опять. Опять! А это что за ки... Что за... Все, я понял. Вопросов нет. Это маленькая пушка, которая стреляет в разные стороны. Вот, вот тебе, ребята, показатель, какой я сейчас никчемный. Нормально. Даже прыжок, блин, не сработал. Да спрыгни ты, засранец! Увеличивать шанс... Нет. Не надо мне. Не, надо, конечно, шанс оглушения увеличить, но... Так, псих побежит сейчас, да? Там свисток, я слышал. Я что скажу, что... Я думал, пробежит. Нет, не пробежил. Ой. Да иди ты. Нет, нет, нет. Без свистулек. Так, ребята, какая комната? Это пятая? Ой. И отхожу специально, где снаряд. Идиот, кусок. Было бы какое-нибудь замедление зомби, чтобы они медленно себя вели, чтобы я... Чтобы я быстрее себя вел, а они медленнее. Вот это было бы круто. Давай шанс оглушения. Может быть, таким образом пушки у нас получится. Это что, ребят, за здоровый хот-дог? Насколько я могу понимать, это первый зомби, да? Ну подожди, ну хот-дог же светится. Ты видел шанс оглушения? Вообще никакой. А-а-а! Вот оно что. Подожди, а зачем тогда мне машина, если мы... Если мы с тобой... И так все здесь получаем. Я что-то не догоняю, ребят. Такой сейчас я молодец был. Прям красавчик. Мне прям понравилось, как я сделал. Крит урона для врагов с низким здоровьем. Почему бы и нет? Почему бы нам не... Ага. Видишь, дело в том, что броня нам дает только хп. Защиту нам... Я даже не знаю, что нам дает защиту. Вот, ты посмотри, сколько нам надо нанести урона, ребят, чтобы убить какого-то щеглазадого зомби. Причем самого первого. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Дядя, ты кто? Ты кто такой? Он взрывные бочки, ребят, бросает. Бросал. Нет, бросает. Взорвись к чертовой бабушке, утырок. Взрыв при приземлении. Давай платься. Ну не было там больше ничего, ребят, никакого выбора. Нет, ну если...
Если, наверное, прокачать это слишком круто, они, может быть, и будут получать офигенный урон, согласись, да? Тогда в этом будет какой-то смысл. Ну что, критовку? А, скорость атаки. Критовку не дали, дали скорость атаки. Но по идее же вы же не должны пробивать через вот эти вот. А вы пробив... О, нет, не пробивают. Так, еще одна шпана где-то там сидит, засела. Детали на хапре... Так, прилично мы с тобой. Плохо дело. Слушай, ну с другой стороны, кислота очень даже неплохо помогает. Еще если враги со временем горят. Ой! Рэй, ну это не серьезно, блин! Там что, турель что-то внизу стояла? Я думал, что там зомби. Ладно. Охламоны вонючие, справились мы с ними. Вот это слишком маленькая комнатушка. Слишком маленькая, говорю, комнатушка. Могли бы гореть как-то побыстрее-то, поинтенсивнее. Еле горят, блин. 10, 10, 10, 10. По десяточке наносим урона. Слушай, ну по-моему... Да ладно, эта пушка теперь что... Это же та пушка, ребята, про которую я думаю. Самое бесемое, что у нее, ребят, это отскакивающие снаряды. Шикардос. Двойной магазин. Тут даже ребят, не обсуждается. С двойной магазин, хоть ты тут... Что делай? Ну, тут бы дробовичок бы дали бы мне. Но нет, нет. Тебе дают мусорную фигню, которая вокруг тебя крутится. Давай вот этого дрона подобьем. Потом уже можно и остальными заняться. Да посмотри, насколько они крепки. И вот теперь представь, когда ты попадаешь в маленькую комнатушку, где кругом дроны и всякая дребудень. И вот такие вот засранцы. Я не спорю, да, они горят. Нахера ты сейчас так делал? Ну нахера ты так сделал сейчас? Ну это пипец. Это фиаско, брат. Нет, не фиаско, ребят. Здесь мы еще выживем, но если я дальше буду так тупить... Что? Да что там такое-то? Вы серьезно сейчас? Да они же не шутят, по ходу дела. Ну, придумано круто. Бьет фигня. Увеличивает скорость движения. Замедляет враг... О, замедляет врагов при попадании. А мы же видели такую чтобы штуку. Хера, блин! Эй! Свистец! Всех наверх называется.
Да. Скорость атаки. Наверное, лечиться буду, любит. Да и то не полностью отхилялся. Йо, просто я его и не увидел. Снежный комок говна какой-то находился передо мной. И эх, макарек. Там-то еще, смотри, там-то еще зомби с этой. Ну ты понял, с чем. Да-да-да-да-да, конечно, ага. Ты валяйся там, кусок недоросли. Нормально прошинковываем, нормально. Сейчас он... Ой, ёпарсты. Да не тут-то было. О, да. Пипец, ребят. Встал, ребят, на лазер и стоял, короче, и на нем. С него, короче, стрелял. Как тебе такой расклад? По-моему, неплохо было. А, не попадаете. Все, хорош, голубчики. Поиграли и будет. Ёк, макарёк! Вот здесь буду стоять пока. Да ну в плане, ну как они могут, блин, ну... Ребят, ну тут же зона, которая непробиваемая, патроны. Как они могут, блин... Египетский ты фонарь, а! Да. Как он попадал-то по мне, а? Засранец, блин, сука. Сука, ребята. Снижает урон и создает защитный барьер при повреждении. Снижает урон. Да мне кажется, с моими 80. Босс-червь, ребята. А у нас... Бесплатно. Ребята, у меня вопрос. А как может показываться реклама, если... Если интернет отключен? В чем буду делать сейчас? Где? Откуда появится? А-а-а, он еще... Он... Он еще в броне, блин, получается. Что он там придумал? Кучу навозных шариков, ребят, каких-то запустил. Ау! Но... Ай-я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 й. Они уже в разные стороны, блин, летят. Ну, 2 хп. Ну как же так? Ну как же так, ребята? Ага, а вот, ребята, и режим жара. Набор для уровня 3. Да иди ты в баню. Апгрейд. Еще 112 хп. Шлем. Угу. 85 хп. Где я, блин, вот это получить должен? Неужели это собирается только лишь из магазина?
То есть я вот про это говорю, вот. 20% выключить. Что выключить? Давай возьмем, попробуем. Купить чертеж. Сапожки. Я купил, ребят, сапожки. А... Дурак. Сапожки это... Долина монументов. Ну давай глянем. Так, поджог. Враги могут атаковать огнем в ближнем бою. Враги двигаются и атакуют быстро. То есть, если мы пройдем, мы получим с тобой модификатор, так? А где гарантия, что мы пройдем? Хотя для первого уровня, может быть, у нас и норм будет. В плане, этих дронов не должно быть. Блин, вот если бы я, ребята, был 35 бы взял бы тогда бы, у меня бы, возможно, получилось бы запинать босса. Ну, я же не знал. Ты посмотри. Все равно ватники. Гад, он сиганул на меня, а, засранец мелкий. То есть, ой. Хотя, ты знаешь, пока терпимо, ребят. Пока более даже, чем терпимо. Скорость атаки. Я возьму здесь скорость атаки. Ну, где засранцы? Ну. Ну, правильно, жара, ребята, поэтому. Но здесь не падает ни чертежей, ничего. Вот что я бы хотел заметить. На каждую парашу упал. Так, кинетическая голограмма. Это я достижение получил, что ли, да? А, ну у меня все, я понял, ребят. Одна красная. И пока она красная. Или она тратится со временем? Черт его знает. Зомби не дурачки. Зомби не дурачки, ребята. Они тоже вниз могут спрыгивать, оказывается. Пули отскакивают. Издевается надо мной сейчас. Издевается как могут. Все, поглотителей нету, ребята. Они кончились. А, они восстанавливаются со временем, друзья. Поглотители восстанавливаются со временем. Ну сдохни ты там, утырок. Готов. Плюс еще одну, ребята, пулю берем. Доп. Босс, что ли? Ауч! Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Все-таки от стен патроны отпрыгивают. Это вообще, ребят, топ. А меня ведь садануло, да, бомбочки-то? Отскакивают больше. А как еще можно... Как еще можно... Отскакивать от стен еще больше. Ну вот как-то можно. Как-то можно. Так, шанс крит. Что-то там навтыкали мне как... Как сосунище просто. Только... Слышал, видел.
А-а-а! Вот это я, ребят, вот это я порожника сейчас гоняю. Хорош. Давай. Угомонишься, может быть, а? Запинали. Ядрена вошь! Успел. Ребят, огромный лазер. Башню просто. Нормально. А это босс. Это был босс. Давай это вот возьмем. Хотя, может быть, отскакивание надо было взять. Главное, поглотитель работает исправно. Наверное, можно три поглотителя здесь взять. Да чего три там? Сразу 10 поглотителей, блин. Рэй, ну не тупи, пожалуйста, а. Не позорься, блин. Окей. Да, самое главное, что на ней можно стоять, оказывается, друзья. На этой установке можно стоять, и она тебе не нанесет вреда. Ух, как замечательно-то, а? Скорость атаки. А это еще и прыгает, оказывается, да, засранец? А, бочку-то не докинуть, сосунок. Кто там, что там? Да я даже не увидел никого. Да не очень-то я и хотел на них там смотреть, если честно. Видишь, он автоматически атакует врага, который ближе мне. Если, например, там дроны долбанутые летают, то мы будем с тобой бомбить именно зомби, который там под нами шоркается. Вот. А в чем суть? Вот в чем соль. С перцем, блин. А ты на ней стоишь спокойненько, ребята. Она тебе... Она, по-моему, в тень... Или может стрельнуть. Дуралей, вонючий. Тупишь. Короче, ребят, вот эти... Вот эти... А все может пролететь. Да ёпарсы ты, ну что ты, ну рычик, ну. Давай возьмем это. Вдруг червь будет. Нет, нет, ребята. Не червь. Да ну завязывай, мужик. Да. Да. А как ты хотел? Это же я, ребята. Там чертеж на УЗИ был, или мне показалось? А, это, наверное, на пистолет.
Что-то я подумал, что он уже хотел обрадоваться. Так что, поедем или нет, ребят? Вес дает возможность легче прорваться через зомби и ящики. Я, наверное, поеду. Поехали. Посмотрим, что тут, что к чему и почему. Награды за восхождение. Так, проедь как можно дальше, собери как можно больше призов. Достигай целей дистанции для больших наград. Собирай металлолом во время заездов для апгрейда машины. Больше металлолом можешь заработать, выполняя миссии в основном режиме игры. Оружие стреляет по зомби автоматически. Ну, это я понял. А, вот там чертежик же был. Как пить дать, чертеж был. Ну, господи, ну. Ну, что ты хочешь, блин, ребят? Мне бы хотя бы до сундучка бы добраться. А все, ребят, бензинчик, тю-тю. Даже до первого сундука не добрался. Апгрейд с помощью металлолома. Да я понял. Апгрейд с помощью металлолома. Так, подожди, бензин кончился у меня, да, в первую очередь? Все, на что мне хватило? Нет. Я должен, друзья мои, проехать. Обязан. Хотя бы до первого сундука. А, все награды, которые уже подняты, они... А как вот тут, блин, а? Да газую я, ребят, газую. Так газую, что никто никогда в жизни так не газовал. И опять бензин кончается, ребят. И опять на этом же месте, что ли? Не, чуть-чуть подальше. Слушай, а там у нас какая-то, я смотрю, а, у меня турбо нету. Турбо, блин. Бустер. Вот как его звать. А без бустера я никуда, ребят. Че? Без бустера, блин. Увеличивает сцепление с дорогой, помогает при движении в гору. А че, бензин все? Вы издеваетесь. Вы издеваетесь. Так, нажми на буст. Я понял. Вот это я дуркан. Рэй. Нет, блин, это... Шикарно выкрутились. А, я дальше проехал, да? Блин, вот через эти... Да чтоб тебя, а! Поехали, подожди секунду, только вначале... Может быть, вот это все-таки взять? Вес. Мне нужен тот чертеж, который там, ребят, висит. Он, по-моему, вот здесь, на этом трамплине, да, будет? Вот здесь вот. И я его подобрал, друзья мои. Что это за чертеж, одному лешему известно. Красиво. Слиток мой. Да давай ты твою паршивую. Нет буста.
Ну да, буст кончается быстро, надо его, ребят, прокачивать. А я прошел. А я прошел и взял все, что мог. А начну я откуда? Начну я с самого начала, скорее всего. Да, скорее всего, с самого начала. Ну, я имею в виду. Сундук мой. Отдай сюда. О-хо-хо-хо! Достойно. Че, опять? Ладно, это потом, ребят, тогда, когда интернет подключу. Слушай-ка, стволик. Блин, ну. И этот я не открою, и этот я не открою. Набор для уровней. Набор для уровней 7x. Подожди, а бам-бам-бам-бам. Слушай, а токены так и не дали? Зарабатывай токен древа в навыке. Ну я же прошел. Ну ведь я же прошел там на этот. Почему не дали-то? Сундуков-то нахапал. О, да. Два ключа, ребята. Два чертовых ключа. Блин, ну давай подключим, блин, так уж и быть. Ай, ребят, тянуться. Подключать этот чертов проводок. Ну я же включил уже, ну что ты? Что там тебе надо? Так не говори, что надо перезаходить в игру. Ладно, давай, ребята, еще разочек проедем. Подожди. А, она же за металлолом, да, прокачивается тачка-то. Слушай, мне кажется, по верху было бы, наверное, эффективнее всего ехать. Пипец, нажимаю на педаль газа вместо буста. Надо было под буст тоже, ребята, кнопку свою отдельную. Так, вот здесь надо запомнить. Там чертежик тоже наверху. Твою, блин, тупорылые зомби только мешаются. А как я на этом бензобаке, друзья, вот сижу сейчас, думаю, вот на этом горючем, который вот у нас, на этом баке, должен проехать все, всю карту. Ну как? Ну ладно, я там движок прокачаю, там это, ну... Ну, открылось, да? Нету, ребят, пока. Видимо, надо выходить. Ну что, давай еще в пыльном шоссе разочек попробуем пройти. И на сегодня будем заканчивать. Если будет бонус на этого босса, ребят, я, наверное, возьму. Давай. Способность летать не самый лучший вариант для меня в данный момент. Вообще не лучший вариант. Лучше бы сразу бы мне дали бы эхо или хрустальное сердце. Это что-то новое. 25% атака, но минус 25 хп. Обидно. Обидно? Ну ладно, хп, надеюсь, восстановим. Сколько мы там? По 60 бьем, да? Кинетический мусор. Хотя, на самом деле, мне он не особо нравится. Если тебе интересно мое мнение, кинетический мусор, я считаю, что это такое. Не очень хорошее. Вот отскакивание патронов, пуль, это вообще шикарно. Как по мне. Ну чё за сранцы? Улыбнитесь, возрадуйтесь. Вас убивает лично Рэй. Так, вот это уже повеселее. Вот эхо-пулька, это прям зашибулька. 25 лечений плюс 5% хп. Нет, урон. Да, я понимаю, ребят, здоровье нужно, да, здоровье нужно, но и урон нужен.
Ненавижу я вот это вот все. Блин, жалко нету этого блокиратора, а. Блокиратор очень мне понравился, ребят. Ну ты понял, про какой блокиратор говорю. Блокиратор урона, естественно, ребята. А особенно, когда их два. Это прям, ну, пушка. Я думаю, что при везении можно и три, и четыре их собрать. Я, правда, не знаю, какое там нужно везение, но... Я нашел вот чертеж на шлем. Ну, а, нет, это на оружие чертеж. А где, блин, вот взять... этот... Твою налево уже все, уже... где взять прицел, который должен быть? Прицел, ребята. И где взять... Ой, дурак ты, Рэй, а. И не лечишься, блин. И где... Да я... Перный театр, петух ты, гамбургский, блин. Яблока нету, яблоко не взял, блин. Ну ты понимаешь, какой, про какое яблоко-то я говорю? Про яблочное. Которая восстанавливает нам здоровье. Нет, урон, конечно, я тебе скажу. Ты отстой в первой категории. Ну что это? Вот он. Я, правда... Я, правда, не уверен, что мне это поможет на боссе, блин. Задом идет. Ой, дурак. И не лечится. Вот, сиди, отдыхай, болванчик. А я пойду по своим делам. Пожалуйста, дайте что-нибудь другое. Ну, только не доллары. Тут, по ходу дела... Эффект доллара только работает. Реланшизм. К чему я это сказал? Что за слово, блин, вспомнилось мне? Скорострельность давай возьмем, ребят. На боссе это будет пушка. Там два, что ли, блин, так стреляют с такой скоростью, периодичностью. Нет, один. Фига она там одна заливает, блин, похлеще, чем ракетница какая-нибудь скорострельная. Газуем. Я сказал, газуем. Трогай. А у вас не найдется сигаретки? Че я вспоминаю эту ерунду, блин? Поехали. Вот она. Вот она, ребятушки. Но это только одна. Одна, это как тебе сказать? Ну это не перспективно. Ёпрсте, ёпрс. Черт тебя подери. Вляпался в такую говнищу сейчас, а. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бротик. Бротик, бротик, блин. Лечение тут возьмем тогда. Ну, фигли. А-а-а.
Почему-то не дают нам... Ну что это за урон такой, а? Почему там нам не дают каких-нибудь хилищих? Лазеры. Поджарила. Ой-ой-ой-ой-ой, рей-рей-рей-рей-рей-рей. Но отскакивают. Хотя двойная пуля там была. Такой вот прыжок веры делаем большой. Так, щиты там какие-то понабрали с тобой. Нахера, нахера. О, ну наполучали мы с тобой урона здесь знатно. И от этого мне почему-то так грустненько стало, что аж хочется плакать. Потому что я уже осознаю, что здесь все, ребят. Да еще и с этой пушкой. Но согласись. Да. Воскресить, оживить. А можно вопрос? Это я что-то приобретал или что это такое? Что это за подарок судьбы такой мне сейчас сделали? Прям дали воскреснуть? Ну посмотри, ну если у нас вот столько, ребята, урона выдает, а это, извини меня, далеко не босс, мы тогда с тобой этого хламона порвали, ну, не то что там за 3 секунды, но мы его быстро порвали. Тут же мне пришлось с ним возюкаться, возюкаться и еще раз возюкаться. Короче, тут, ребята, рассчитывать только на доллары. Все, тут что-либо другое получить, это... Unreal Торнамент, блин. И стою, улыбаюсь ему в ответ. Когда он тебе бомбит, блин, пердак, а ты слышишь, улыбишься, блин. Чёртовы долбаные крысы! Чёртовы спортивные бегуны, блин! Все, 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 нахапал урона, ребят. Он еще когда бежит с этим щитом, он неуязвим оказывается. Почему ты не замораживаешь? Ты, у тебя должна быть заморозка. Они даже медленнее стреляют. Я никакого медленного эффекта, ребята, не вижу. Нахвала под... Ой-ой-ой-ой-ой. Да ну, блин, с таким уроном, ребят. Только бомжей, блин, на посту тревожить, блин. Ну что это? Я больше не буду, ребята, брать этот долбанный, вонючий, летающий мусор вокруг меня. Ну нет от него никакого... Ой, спасибо. Наконец-то. Ну, поздно. Слушай, вот эта вот реслка бы мне так бы, ребята, на боссе бы помогла бы, а? Если бы ты только знал. Как бы она мне помогла бы там? Вопрос.
Да ты будешь бомбить вот в эту волосянку, блин. Сто 34 хп. Хотя шанс крит. Сказка для идиота, ребят. Я не помню. Кто? Вот эти вот патроны, которые якобы отражаются, ребята, они наносят намного меньше урона, чем основной заряд. Чем основная пуля, скажем так. Комнатка для идиота, ребят. Ну, не комнатка, а уголок. Непробиваемый. Что это, новое достижение получил какое-то? Новое достижение какое? Лагать игра, чтобы начала, блин? Вы молодцы. Вовремя достижения врубаете, блин. Я вам скажу, ребята, игра... сейчас у нее такой эффект. Это пипец. Тебя еще тут не хватало, идиота, блин. Долбанный Facebook, блин. А раз это появилось, ребята, это говорит только об одном. Что интернет, блин, подключился. Ёперный театр! Да ну это невозможно так играть, ребят. Это какой-то вообще... Это неописуемо. Это... Как это сказать-то? Не слайд-шоу, а, блин. Ну просто замедленное кино, блин. Слоу-моушен или как это? Пипец. Ну, из-за этого, ребята, я до босса и не дошел. Дерьмище полное, блин. Сейчас вот, сейчас просто игра подосрала мне. Капитально причем подосрала. Ну да, видишь, подключилась. О, ботинки получил, грибные. Золотая корона, это шлем. Ну-ка, се. ХП, сорокет. Так, при повреждении создает облако спор, наносящий урон врагам. Ничего себе, ребят. Тут еще и эти есть, как они называются. А что будет, интересно, если до десятки? А, он сразу, я понял. Он станет необычным, да? Потом редким. Угу. А это начало с одним... А, начало с одним пауэрапом. Это сразу, ребята, пауэрап дается нам. Прикинь? Легендарный, с одним мощным пауэрапом и мифическим, блин, круто. Золотая корона, это что такое золотая корона? Куда она надевается? Не, зачем мне, я буду менять. Так, ботинки оденем. Ботинки мы с собой оденем. У нас их нету. Ну, теперь они, конечно, есть. А вот что это такое? Что это, ребятушки? Слушай, давай откроем с тобой сундук один вот этот вот. Ну уж больно хочется, ребят, мне открыть. О, и я это сделал, наверное, не зря. Наверное, не зря. Хотя, что дает он? ХП 70, да? Сбор кэша дает плюс максимальное ХП. Ничего себе. Сбор кэша дает... А! У них абсолютно одинаковый этот. Плюс 70. Плюс 90. Но это пятый уровень. Даже не знаю, что тебе на это сказать. Знаю только одно, ребятушки, что на сегодня мы закончим эту серию.
Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.